оборудования. Конечно, потом их черепахи будут катать, они же вместе кушают, да? А еще можно с одной черепахи перелезть на другую, вот, вообще прекрасно. Да, они же кушают черепахи ваш корм, пусть и катают за это. Укуси еще, укуси черепаху, да. Укуси маленькую черепаху. Что, ты тоже наелся, что? Она не хочет катать, потому что она еще кушает. О, сейчас она тебя покатает. По голове дал. Что так? Ну, управляет, куда ехать. А, управляет, да? Ох, сидел. Черепаха. Покушала у котов, попьет у котов. Раньше я их тазик в ванную сажала пить воды, а теперь они... Куда ты на меня лезешь? Ну, куда ты хочешь на меня залезть? Я тут сижу, видишь, ты не пролазишь. Я это не вижу. Я тут сижу. Да, давит на меня еще. Пойдем посмотрим, что другая черепаха делает. Не помогает кушать. Персик покушал. У нас, в принципе, все покушали. Что-то у вас тебе пристает? Все, котенок тоже наелся. Боже, пузо толстый. Еле передвигается. Фух. Я сейчас сяду, посижу. Кто-то чуть не упал. Ну, показывай, как мы кушаем. Ой, как вкусно. А, так это ж корм тоже для котят. А, да, пошла кушать корм. Для взрослых. Это ж корм для котят, оказывается. Это ж не тот корм. Котята молодцы, они кушали свой корм. Иди не выдаешь. Боже, как вкусно, да, Тинди? Вот, какой сало висит. Ужас. Вот Тиффани худенькая, а Тинтин толстый, а кушает одинаково. Нет, не одинаково, наверное, Тиффани меньше кушает. Потому что если Тинтин уже пристал в тарелке, то такое впечатление, пока не закончится, не успокоится. А я еще витамины вам купила. Затортила, выгоняет.
этого континента. Что за гольба? Ой, там они вообще давно уже водятся с этой тарелкой. Лунтик там сейчас делал. Лунтик помогает кушать. А у меня вот такое серьезное. Кто-то там кричит. Вот, тортила уже наелась. Доедай с пола. Вот весь на полу валяется, я прошла мимо. Бубочка пришел кушать. Уже наелся. Уже папа яйцо дал. Уже все папа дал. Я все видела. Да, уже все скушал, все, все, пузо толстое, иди. Марсель. Марсель, там что, папа еще что-то хочет дать? Мы сейчас... Ничего себе! Давай, сейчас если украдут. Ну, если украдут, значит, теоретически не хватало. Ничего себе, папа подарил. Второй раз сделал подарок. Вот это повезло Марселю. Ой. Кто, на улице кто-то? Надо запустить. Я занята. У меня тут очень красиво кушает Марсель. Яичко. Ой, любит яйца Марсель. Страшное дело. Филя, заходи. Филя, иди сюда. Пришел? Филя. Иди уже. Заходи. Филя. Подожди. Где он там? Филя, иди сюда. Филя. Он не хочет. Филя, он не хочет. Он хочет, чтобы я вышла. Они тоже не стоят. Такие умные, они ждут, чтобы кто-то другой еще вышел. Стоят под дверью. Ну, мы не можем... У нас тут яйцо есть, кто ж пойдет. Все думают, вдруг Марсель не доест. Ты ему больше не давай яйца. Надо спрятать, чтобы он не воровал. Кто за день не доест? Зачем так любить яйца, я не понимаю. Собаки завидуют, все собаки завидуют, да, собаки? Идите, проверьте, кто там гуляет. А Томас? Что-то подъедают у Наоми, что она не доела. Наоми, ты зря не доедаешь, там сейчас Томас все твое съест. Да, иди назад. Услышала, что там Томас. Томас, выходи, там Наоми кушает. Томас. Вот так. Наоми, надо было не уходить. Я тебя потом еще раз положу. Все, теперь у нас яичная вода. Фух, кто там шипит? Черепахи? Ничего себе, шипучки. На кого шипите? Фух, теперь все валяется. Хорошая. Давай поглажу тебе маленькую голову. Хорошая моя такая. Послушная. Котятка тает мне. Молодец. Мама на тортилка. Можно погладить. Она такая мягенькая, пушистая.
Тинь-тинь уже объелся.